Давай под запись. Церемония открытия Готардского туннеля. Смотрим, что там было. Сначала Миша. Там на физике или в сути тебе интересно? Ну, на физике и что на тонком плане потом. Ну, это был ритуал, постановка образа, передачи этого мира в подчинение сущностям из того мира. А тот мир это что? Куда они долбились? Куда там он ушла? Четыре или пять уровней по частоте вниз. Я не могу сейчас определить частотные характеристики коридора Это наша частотного. вселенная. Да, это наша вселенная. Хорошо. А зачем им туда такой большой портал пробивать? Это прокси-зона, она перестала работать, перестает работать в эфирном пространстве, поэтому они на материальном уровне дополнительный шлюз делают. Куда? Что перестало работать? Сброс энергии душ при смене мерности. Ловушки перестали работать, теряют эффективность. Поэтому они дополнительно на другом уровне плотности пространства делают. На том уровне, на котором она работала, у них большая потеря мощности, они не справляются. Ну, смотри, все, кто участвует, туда бери молотилку с поливалками всей команды, снайперы, пантерки, даже финки с синими. И запускаю с нашей стороны все, кто участвовал. Там много, около 20 000 человек. Да. Все, кто готовил, разрабатывал. Все руководство ЕС, Меркель и все остальное. Отдельно судью на всех, кто участвовал. Показываешь. Да, в очередь выстраиваются к ним. Хорошо, ушах звенеть начал. Милиционеры туда. Снайперов двух видов. Пофигу всех. Программиста и системщиков пусть перестраивают все компьютеры, которые туда совались, а там много совалось.
Теням покажи. Всех, кто участвует после судьи, забирать. Заберут, эти не отказываются. Черти там, смотри, какие есть, где. Чуть меньше половины. Ну, подсвети их все, и это цель. Финкам и синим. Пусть синий уничтожает. Всех начинает отслеживать типа, по одному. Они знают, что делать. Мы их уже учили. Черти большие или маленькие? Элементалы. Около 50 больших, остальные маленькие. Ну, поймай Интернет одну. ушел. Чего? Интернет ушел, я на следующую линию переключилась. Умка. Все хорошо. Ну, поймай одного и говори, кто это, что. Давай поговорим. Имя какое-нибудь. Да это не имя, это какие-то набор звуков низковибрационных. И как я не выговорю. Я так не прорычу, не прохриплю. Сколько лет? Сколько душ забрал? Еще немного, говорит. Совет. Меньше тысяч. Ну, всего-то. Место в иерархии. Всего уровней, и он на каком уровне? Снизу. С учетом нулевого 28 вниз. А всего над ним еще сколько? Самый крутой черт в тогда. Всего 28 с нулевым. А он на 28-м, получается, он самый крутой. Нет. Вот над ним еще круче чертей сколько? Круче, чем он. Девятнадцать. Хорошо. А это было тогда? Что было тогда? Уровней. Говорит, это было всегда. А что в последние 2 дня происходит с чертями? Пусть расскажет. Разлагаются. А почему? Спросила. Что-то льется на них, энергия, потоки какие-то. Откуда он знает это? Потому что он прячется. А где он прячется?
Туннели какие-то, подземные коммуникации. Там, где нет атмосферы. Покажи теням, где нет атмосферы, где он прячется. Ну, это здания, подвалы, метро. Там, где нет неба. Угу. Прям вампиры какие-то. Угу. Да, нет контакта с нашей вселенной. Ну, там измененная энергетика. Где он может слиться с пространством. Это понятно. Спроси, а сколько разложилось уже, сколько еще осталось? Скоро будет много, разложилось. Осталось еще миллионы. А кто ему дал право забирать души? Говорит, вы его Бафомедом зовете. Да плевать, вопрос. Сотру. Хотя я его и так сотру. И ты тоже, точнее. Душу. Он его хозяином называет, или? Кто дал право ему? А, все. А ему кто дал право? Бафомету забирать души. Отвечает, что он не имеет права даже такие вопросы задавать. А кто такой Бафомет-то? Он с нашей вселенной, не с нашей? Когда он появился? С нашей. Где он сейчас, этот Бафомет? Он не знает. Пусть позовет. Не может, нет ответа. Естественно, потому что его уже нет. Посмотри, у этого черта есть что-то там, какие-нибудь артефакты, всплески силы. В жопе, в голове, не знаю. В хвосте, что там у него есть, как он выглядит. У него браслеты на запястьях, типа ожерелья, знаешь, как кольца Ауди, но скорее это больше похоже на олимпийские кольца. Вот это кто ему дал? Ты это он в нижнем мире получил, это как стабилизатор для этого пространства. Разрывай. А где души-то хранятся его? Да у него приступ, как у эпилептика. Как теперь понять, где его душа хранится? Ну все, он не коммуникабельный. Браслеты откуда?
Что это такое? Золото. И ожерелье золота. Ну, нечистая сплав какой-то. То же самое, разрывы. Причем все такие браслеты. И все ожерелья, да? Угу. Ну, ты одно разорвал, и ты принцип разорвал. Все. Этого под поливалку. И давай свои силы попробуй. Вот ты прессуй, прессуй гармонии Вселенной, пока он не лопнет полностью в ту пыль, в пепел. Я понял. Расчистоть аннигиляция. Что-то останется после этого процесса, смотри. Процесс чистый происходит, он как воздухом поглощается, растворяется Да, все, средой. чпок, и все, как шарик лопнул. Следов никаких, отходов тоже никаких. Хорошо, так и должно быть, так обычно происходит. Мона, Готардский туннель. Посмотри сама, что там происходило. Можно тебя попросить, Илья, пожалуйста, включи, выключи камеру, я тебя не вижу. Хорошо.